Всем привет! Сегодня покажу, как сделать снасть на Сома, как забросить выплоска и куриную печень далеко и чтобы не повредив ее. Также покажу самый простой и доступный аттрактант на Сома, который всегда работает. Понадобится флюорокарбон 0,5 мм или толстая леска. Отмеряю 2 метра. Складываю полметра флюорокарбона. Далее понадобится крючок на Сома 4.0 и тройник первого номера, но лучше взять размер побольше. Завожу флюорокарбон в ушко со стороны жала. Вывожу петлю на 12-15 см. Произвожу намотку на цевьё крючка, делаю 5-6 оборотов. Два конца флюорокарбона провожу в ушко крючка с тыльной стороны. Затягиваю узел. Далее на отводной петле делаю узел восьмеркой. Затем эту петлю продеваю через ушко тройника и заводим тройник в нее. Для жесткости первых 40 см от крючка с двойной лески делаю скрутку. Фиксирую скрутку узлом восьмерка. В корке от вина заранее просверленное отверстие. Завожу леску. Узел от начала скрутки завожу внутрь пробки. И фиксирую палочкой. Посредине оставшейся лески делаю большую петлю, примерно 30 см. Узлы все смачиваю и крепко затягиваю. Один конец от петли обрезаю. И к нему привязываю груз 200 грамм. И на втором конце лески делаю петлю для крепления к нити от удилища. Снасть на Сома в сборе. С левой стороны цепляем шнур от удилища. Посередине идет груз на отводе. Далее подводный поплавок с круткой и крючками на конце. Если рыбачим на живца, петля проводится через жабры. Тройник цепляется одним жалом за спину живца. На верхний крючок цепляю лакомку на Сома, например медведку. Медведку одеваю со стороны головы и жало прячу в туловище. Собираем медведку мы в старом навозе возле фермы, а выплоска собираем ночью после дождей.
В некоторых странах запрещено ловить на живца. Можно половить и на мертвую рыбку, а поплавок будет создавать движение живцу на течении. Если течение слабое, вместо поплавка можно поставить плавающий кренг без тройников. Когда цветет акация, у сома начинается преднерестовый жор. Итак, как я насаживаю на эту снасть печень? Снимаю крючок с петли. Беру так небольшой кусочек. Вот такой примерно. Крючком протыкаю прям цевьем. Далее эту петлю завожу в это отверстие. И еще один кусочек. Затем эту леску продеваю в ушко крючка и накидываю петлю на крючок. Все, затянулось. Опускаю печень на тройник. А на верхний крючок можно поставить выплоска, гусеницу или медведку. Я ставлю выплоска. Прокалываю в двух местах. Итак, чтобы забросить выплоска или куриную печень, мне понадобится сухая земля или жареная макуха. У нас жареная макуха служит отличным аттрактантом на сома. Прям очень любит ее сом. Просто беру и посыпаю выплоска и печень. Далее мне понадобятся ПВА-пакеты для карповой рыбалки. Эти покупал в Алиэкспрессе. Здесь идут 50 штук. У меня, конечно, уже меньше осталось. Еще в прошлом году покупал. Доставка, кстати, очень быстрая этих пакетов. Там за 2 недели доставляют. Заказал еще. То у меня осталось штук 15-20. Беру пакет и разрываю до половины примерно. Далее я помещаю нашу наживку. И завязываю. Вот такая вкусняшка на сома получилась. При попадании в воде в течение 30 секунд он растворяется. Если у вас также жареная макуха работает по сому, просьба отписать в комментариях. Ссылку на ПВА-пакеты, где покупал, оставлю в описании. Если видео было полезным, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока. Блин, было поклевка на выплоске из медведки. Есть солнце.